по каким критериям, кроме $1000, выбирается управляющие, проходят ли они какие-нибудь тесты. Ну, дело в том, что управляющий, который попадает в фирму, в принципе, кроме беседы мы с ними ничего провести не можем. Также управляющие, которые работали до этого, они предоставляют данные, с которыми они работали, то есть именно фирмы, с которыми они сотрудничали, и если у них есть именно какие-то исторические прибыльные убыточные стратегии, то есть по-простому, что они могут показать, не имеет значения с какой фирмы, но если у вас есть результаты ваших торгов, даже предыдущие, то, естественно, мы их можем учитывать в будущем, и клиенты могут их учитывать, доверяя вам деньги. По каким конкретно параметрам выбирать управляющего? Ну, на самом деле, это риск-доходность. Все зависит от того, что вы хотите торговать по поводу риск-доходность. Если вы, например, хотите более консервативной стратегии, то выбирать нужно более консервативного управляющего. Если вы хотите торговать более спекулятивного управляющего, то надо выбирать, естественно, совсем другие цифры. Но цифры в первую очередь всегда будут именно зависеть от размера просадок. То есть, если вы хотите минимальный процент просадки против заработка, то, скорее всего, естественно, нужно смотреть, как торгует этот управляющий и какие у него параметры. Например, более консервативные или менее консервативные.